Всем привет! Вы на канале Супер Волшебниц. Ой, что-то не работает. Папа, мне много посылок пришло с сайта New Chic. Откуда? Вот сейчас тебе ящик покажу. Что это такое? А это все для моего кота. Этим будет котик играться. Только я не понимаю, как ты это все соберешь. Познакомьтесь, это мой мачо. Я заказала такой домик, потому что будет праздник Хэллоуин. И пусть котик тоже празднует в домике своем Хэллоуин. Это будет специальный гамачок для мачо. Мачо у нас лысенький котик, ему будет все время холодно. Поэтому купили мы такой пушистенький. Папа, тебе холодно? Жигули, до центра, до 200, давай заедем, ага. Собирается домик очень просто, папа. Тебе же просто? Правильно, улыбка украшает человека. Что там? А? Папа хороший, папа самый лучший. Ой, как долго, я сейчас лопну от ожидания. Ребята, скоро будет новый дом готов. Мачо, это все для тебя я делаю. Проверяю, насколько в нем тепло лысеньким. Ну и как, тепло? Если котику нашему будет жарко в домике, то он пойдет на балкончик, там свежим воздухом подышит. У мачо круче дом, чем у нас. Ну, мачо вообще везет. Стоп, все, папа, ты тоже остановись. Ребята, а вы подписались на мой канал? Даю вам пару секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. И вот, если вы подписались, то вы молодцы. Эта крыса, наверное, точно подписалась. Ребята, посмотрите, какой классный домик. Здесь есть и лесенка, и маленькая пещерка, и гамачок, и его собственный коридор, и смотровая площадка. Волшебное заклинание номер один. Волшебное заклинание номер два. Да что ты будешь делать? Колодум-дум-дум, появись! Это вообще-то мы для кота делали. Сейчас переколдую. Мне этот домик очень нравится. Ссылку на этот домик я оставлю в описании. То нажимаем, покупаем. А я вам покажу еще товар с этого сайта. Второй товар, о котором я хочу сегодня рассказать, он тоже для Хэллоуина. Это тыква, гирляндовая штука. С помощью нее я украшу кошачий, пока еще не совсем страшный дом. Снежок, ты мне поможешь? Видимо, он сказал да. Возьму вот эту гирлянду и сейчас буду развешивать ее по всему дому. А гирлянда достаточно длинная. Мне ее хватит, чтобы украсить весь дом. Мне нравится, что гирлянда на батарейках, потому что не везде есть розетка. И этой гирляндой можно украсить любое место. Оранжевый цвет опасности. И
И это еще не все. Еще один товар для Хэллоуина – это вот такой вот мешочек. Обычно его используют, чтобы туда ложили конфеты. Мы так это готовим все для котика, положим туда кошачьи вкусняшки. Ой, он такой мягенький, пушистенький. Все в кошачьем стиле. Ребята, пока у меня вкусняшек нет, поэтому я положу сюда пока тыкву. Надо было больше заказать таких мешочков, чтобы соседей сладостями угостить. Кот у меня стеснительный, и он убежал, поэтому мы вот этот перемерим на Снежке. Да, Снежок? Да, собака моя? Мне кажется, тебе очень идет. Прям фиолетовый тебе идет, Снежок. Вот такой вот будет костюм моего Снежка. Мы на улицу пойдем, вот на улицу удивятся. Очень крутые очки. Ребята, пожалуйста, голосуйте в комментариях, кому подарить эти очки, Снежку или коту. Ссылку на эти очки и на эту гирлянду я оставлю в описании. И ссылка на пакетик тоже будет в описании. А мы продолжаем. Это еще не все. Снежок, я красивая, правда? Мальчик, конечно же, любит свой домик, но иногда он ходит на диван. Поэтому мы и для дивана тоже сюрприз приготовили. Эти подушки я тоже купила на сайте. Мне показалось, что это будет очень классная идея, потому что они выглядят, правда, как тыквы, на них можно еще лежать и сидеть. Ребята, когда я заказывала подушки, мне больше всего понравилось вот это. Ну, в жизни самая крутая оказалась вот эта. Здесь такой натуральный рисунок, как будто она настоящая. А со своими друзьями мы будем прикалываться вот так. Ну и это еще не все мои покупки к Хэллоуину. Сейчас я вам покажу очень кошмарную крутую вещь. Это моя самая крутая находка. Вы думаете, это обычный портрет? Нет, это заколдованный, жуткий портрет. У меня мурашки по всему телу от этого. Реально жуткий. Вырежу вот эту вот фотографию, ставлю ее в настоящую рамку, вешу на стену, и друзья будут проходить мимо и бояться ее. Ребята, реально жутко. Ссылку на нее я тоже оставлю в описании. Она недорогая, но мне она прям очень понравилась. Я, наверное, еще другие себе такие портреты закажу. Вот видите, я не одну подушку заказал, и поэтому они очень хорошо смотрятся на диване. Мне кажется, также и на стене нужно несколько таких картин. Друзья мои, если вам понравился такой обзорчик, ставьте пальчик вверх. Потому что я еще жду посылки с этого сайта. Вот еще одна посылка. Бам. Вот такая вот сумка в космическом стиле. Хорошо, что она закрывается на замочек. Ничего не выпадет. Я буду там носить мою сменку в школу. Ребята, если вам понравился мой обзорчик, поставьте пальчик вверх. И я сделаю еще обзорчик. Короче, открываем описание, прочитываем, ходим по ссылочкам, покупаем и все такое. Спасибо, что ты смотрел мое видео. Если ты, как и я, готовишься к Хэллоуину, то это видео будет для тебя очень полезно. Если тебе это было видео очень полезное, то поставь пальчик вверх. Я обожаю шопинг. В основном я заказываю все товары из интернета. Напиши в моем инстаграме, где ты любишь шопиться, в каких магазинах.